Attention. The armrest is down. Thank you. Выражаем особую признательность участникам программы лояльности Sun Priority Альянс Аванлоу. Просим вас оставаться в кресле с застегнутым ремнем безопасности в течение всего полета. После набора высоты вы сможете воспользоваться туалетными комнатами, которые расположены для пассажиров бизнес-класса в передней части самолета, для пассажиров экономического класса в хвостовой части самолета. При посещении туалетных комнат просим вас соблюдать социальную дистанцию и создавать скопление проходов самолета. Напоминаем вам, что курение и употребление спиртных напитков, принесенных на борт, запрещено в течение всего полета. Для комфорта пассажиров на борту при использовании электронных устройств со звуком, пожалуйста, используйте наушники. Мнение наших пассажиров очень ценно для нас. Вы всегда можете оставить свой отзыв о рейсе на сайте seven.ru. Зарегистрируйтесь онлайн в программе лояльности Seven Priority и получите 500 приветственных миль за полет со Seven Airlines. Мильми можно полностью или частично оплатить за авиабилет, купить дополнительный багаж, выбрать комфортное место в самолете и другие услуги. Для 5 миль вместе с близкими на едином семейном счете. Чем чаще летаете, тем выше ваш статус в программе лояльности и больше привилегий. Подробную информацию можно найти в бортовом журнале на сайте seven.ru. Приятного полета! Ladies and gentlemen, we are glad to welcome you today and express our special thanks to the Sun Priority and One World Alliance Loyalty Program members. We ask you to stay in your seats with your seatbelt fastened during the whole flight. You may use the toilets after climbing is completed. They are located for the business class passengers in the front of the cabin.